Урожайная улица в Веселом старейшая, но получившая новую жизнь в период подготовки к Олимпиаде. Тогда здесь выросли новые дома для переселенцев, построили в этом районе и новые скверы с аллеями. На одной из них сегодня члены местного ТОСа и посадили молодые деревья. Такой зеленый подарок на день рождения любимого города. Мы понимаем, что это общественное мероприятие, которое приносит пользу не отдельным лицам, а всему обществу. И благоустраивает и украшает наш район. Посадили тосовцы и 10 из 22 тысяч кустарников, которые также украсят городские дворы и скверы к главному празднику Сочи. Параллельно жители близлежащих улиц устроили субботник, вооружившись граблями и метлами. Собрали мусор, покосили траву и обрезали лишнюю растительность. Работают, не покладая рук, активисты и на придомовых территориях. Помимо акции «Посади дерево», ТОС «Веселое» подал заявку еще на один конкурс, приуроченный ко дню города. За право называться лучшим благоустроенным двором борются жители 12-го дома по улице Мира. Такая цветочная поляна здесь радует глаз круглый год. Сейчас это герань и герберы, ранней осенью чернобривцы, летом петунии. Некоторые срывают, вроде бы красиво все, но букет себе сорвут. Но в основном помогают с подъезда, кто-то помогает деньгами, дают на рассаду, потому что рассада дорогая. Полить тоже помогут. А вот в случае победы лучший двор рассаду получит в подарок. Поэтому в общественно полезном деле жители Веселого участвуют целыми семьями. Подготовка к дню города объединила и новых жителей города нашего, и наших местных. Вместе общаемся, они нам свои новшества какие-то со своей глубинки привезли, и мы их внедряем, естественно, здесь. Мы уже их провели, наверное, штук 20 этих субботников. У нас не только вот эта территория, у нас же еще и Худякова большая. Подарок же веселовцам от самого города – это новое помещение для еще более плодотворной работы Совета общественного территориального самоуправления. Новоселье намечено в канун дня рождения курорта. Инга Габеши, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.